Будет две полосы для движения шириной по 3,5 метра каждая. Будут с обоих сторон предусмотрены парковки. Для того, чтобы было успокоенное движение, будут горизонтальные изгибы. Они заменят собой классические искусственные неровности лежачих полицейских. Такой прием в Челябинске используют впервые. Также на улице наркома Малышева появятся трехметровые тротуары, деревья крупномеры, малые формы и освещение. Она не будет похожа на транзитный проезд, скорее будет напоминать внутриквартальный. И делается это намеренно. Рядом жилые микрорайоны, школы и детсады. На улице 40 лет Победы. В будущем вырастет новый сквер. Он также протянется от братьев Кашириных до университетской набережной. Это будет по типу бульвара. Сквозного проезда не будет. Будет организован подъезд к домам, будут организованы парковки. То же самое, малые архитектурные формы, то же самое, высадка крупномеров. То есть это появится полноценная прогулочная зона на северо-западе.